возрастная категория также представила очень интересные сюжеты своих композиций, где у нас мы можем увидеть и произведения литературные, композиции по литературным произведениям, композиции, которые рассказывают, что наступает весна, и на окраине города речка, лодочки, где мы можем увидеть также и патриотическую тематику, потому что скоро праздник 9 мая. Есть и такие работы, есть и работы, которые связаны с весенними праздниками Пасха и другими.